Без преувеличения, живая легенда нашего города. Константин Сергеевич Федотов – ветеран Великой Отечественной. Участник Парада Победы 45-го года на Красной площади. Почетный гражданин Одинцовского округа. Ребятам из молодежного центра посчастливилось буквально прикоснуться к истории. Пообщаться с ветераном лично, услышать его воспоминания из первых уст. Много очень было пленено наших воинов, много убито было, нужно было территорию, я уже сказал, освобождать, устанавливать ее нельзя было. Враг стоял еще на границе Смоленской области и Белоруссии, вот для нас, меня в частности. Вот. Поэтому нас призвали с 17 лет. До этого призыв был плановый, был 20-летний призыв. Прошел путь в 1800 километров, из них 1300 с боями, вспоминает ветеран. Сам вызвался служить в разведке. Чтобы стать участником Парада Победы, пришлось пройти серьезный отбор. Но тот торжественный день остался в памяти на всю жизнь. Везде встречали объятия. Жили 3 недели в Москве здесь. Нас встречали везде, ходили на культурные мероприятия после листа, так усердно тренировались. Ну и парад прошел с ликованием. Константин Сергеевич до сих пор молод душой, постоянно общается с подрастающим поколением, делится воспоминаниями и верит – у нас растет достойная смена. И хотелось, чтобы наша молодежь была достойна старшего поколения, то есть своих дедов, традиции соблюдал, которые присущи нашему народу. А традиции очень богаты ведь нашей страны. В рамках акции «Портрет ветерана» от поколения нового времени ребята подарили Константину Сергеевичу сделанную на заказ картину с изображением ветерана. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».